Вы представляете компанию InstaForex второй год подряд на нашей выставке. Как бы вы их сравнили? Наталья, вы наверняка помните наш разговор на прошлой выставке. Я сказал тогда, что Show of X World, по сути, совершила некую революцию. То есть вместо выставки как ярмарка тщеславия, что обычно происходит в мире Форекс, Show of X World организовал совершенно иную выставку с основой на обучение. И были такие замечательные спикеры, как Ивченко, Кощеенко, Кабанов и многие-многие другие, что действительно сделало выставку уникальной. И вот сейчас вы пошли дальше, были еще более сильные спикеры. Помимо того же Кабанова были очень сильные спикеры из США, тот же Дэвид Лендри, тот же Роман Богомазов. Это было действительно очень сильное событие. И вот на сей раз мы просто пожали урожай своих действий. Настолько было много посетителей, в том числе действительно сильной интеллектуальной аудитории. Я думаю, этим может гордиться каждая выставка. Павел, скажите, пожалуйста, что вам особенно запомнилось на данной выставке? Наталья, было очень много ярких выступлений тех же спикеров. Например, мой коллега Виктор Першиков дал замечательную речь, но, честно говоря, мне запомнилась немножко другая история. В кафе Редисона вчера я был свидетелем потрясающей беседы двух достаточно зажиточных людей около 50 лет, которые после очередной рюмки виски обсуждали новые индикаторы. Мне кажется, только вот на Show of X World два человека лет по 50 с очень солидным капиталом могут пеной у рта обсуждать индикаторы стохастики и МАКДИ. Мне кажется, это абсолютно замечательное, потрясающее событие. И мне кажется, вот очень здорово, что Show of X World объединяет в том числе и таких людей. Вот, мне кажется, такого просто больше нигде не увидишь. Это очень здорово. Спасибо вам, Павел. Вы знаете, я заметила то, что InstaForex активно участвует в выставках. И я думаю, то, что один из самых главных элементов маркетинговой активности для InstaForex. С чем это связано? Расскажите, пожалуйста. Наталья, я думаю, вы немножко преувеличиваете. Дело в том, что мы не так уж активны на всех выставках. Существует огромное количество выставок по всему миру. Мы очень избирательны в этом подходе. И в частности, вот именно подход Show of X World с попыткой найти именно образованного, яркого посетителя и делает для нас эту выставку привлекательной. Ведь смотрите, сейчас компании тратят огромные деньги на рекламу в интернете, на SEO-продвижение, на контекстную рекламу, получая таким образом холодные лиды неизвестных посетителей, то есть мы не знаем, кого мы приобретаем в интернете. Совершенно другое дело выставка Show of X World, где приходят яркие люди, которым действительно интересен Форекс, которые приходят узнать какую-то новую информацию, есть возможность с ними установить коммуникацию, интересное общение и приобрести новых клиентов. Ну и, конечно, второй момент, то, что большое количество наших действующих клиентов приходит на Show of X World, соответственно, отличная возможность повидать их лично. Спасибо вам большое, Павел, за прекрасное интервью, за добрые слова. Была снова рада вас видеть. До свидания. До свидания, взаимно, Наталья.